Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам звезды в этот день. Овен. Вам не повредит дополнительная осторожность в общении со случайными попутчиками, экспедиторами, представителями других городов и стран, работниками налоговых структур или транспортных узлов. Телец. Не рекомендуется начинать мероприятия, связанные с перевозкой грузов и отправкой посылок на дальние расстояния. Возможны скрытые ошибки и неточности в сопроводительных документах. Близнецы. Любой договор, подписанный в эти сутки, имеет скрытую малоприятную сторону, которая может обнаружиться далеко не сразу. Наибольшую опасность представляет в это время недостаточная откровенность. Рак. Вторая сторона способна умолчать о своих недостатках или скрыть свои нечестные намерения по отношению к вам. Не исключено, что и вы сами не скажете собеседнику всей правды, опасаясь уронить себя в его глазах. Лев. В этот день, скорее всего, будет трудно придерживаться заранее составленного плана. Возможно, вас будут отвлекать мечты, воспоминания, служебные интриги, чьи-либо звонки и неожиданные визиты. Дева. Письмо, которое вы можете получить, может оказаться адресовано не вам, а совсем другому человеку. В подобной обстановке повышается риск допустить мелкий промах, например, неправильно заполнить документ или ошибиться в подсчетах. Весы. В этот день вам будет трудно придерживаться одной и той же линии поведения на протяжении длительного времени. Коварные обстоятельства будут часто принуждать вас к мелким отступлениям от задуманного. Скорпион. У тех, кто вам дорог, в это время могут появиться собственные тайны, в которые вы не посвящены. Сейчас не стоит ждать абсолютной честности от ребенка или откровенности от любимого человека. Стрелец. Общение с партнером по браку или делу в этот день может сопровождаться постоянными намеками и недомолвками. Старайтесь тщательно продумать все свои аргументы в диалоге или споре, так как любое ваше слово в эти сутки может быть использовано против вас. Козерог. Это неподходящее время для поиска посредников, консультантов, постоянных помощников. Не рекомендуется подписывать документы и отправляться в поездку. Водолей. Вы сумеете выполнить все, что задумали, благодаря отработанной годами системе действий. Это получится у вас особенно легко и быстро, если иногда вы будете позволять себе небольшие отступления от жестких правил. Рыбы. В этот день возможно опоздание на работу. Может сорваться запланированный визит к врачу, в аптеку или на предприятие сервисного обслуживания. Не исключены задержки и странные случаи в дороге.